Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим играть в Doorways. Это вторая часть. В предыдущей версии мы прошли лес, попали в какой-то замок, встретились с какой-то девочкой, с которой нельзя вообще разговаривать и прикасаться к ней. А теперь мы увидели какой-то дом-ферму. Так, обойдем его. Здесь с задней стороны здания есть подвальчик, но он закрыт замком. Значит, нам нужно искать ключ. Так, здесь все двери заколочены. Ничего с ними не сделаешь. То есть в здание можно попасть только через такую маленькую дверцу. А это что у нас? Сарай. Глянем, что есть в сарайчике. Здесь ничего нету. Сарайчики. Опа. Здрасте. Я ключ. И теперь бегом в обратку. Заходить внутрь здания. Ищем психопатов. Так. Что нам нужно? Нам нужно открыть инвентарь. Выбрать ключ. И открыть. И погнали в подвал. В самый низ. Блин, а. Атмосфера здесь тащит, конечно. Здесь нету таких скримеров, кто-то вылазит и делает БА! Блин, у меня шею затянуло немного. Если я сейчас буду резко двигаться, будет больно, я ливну с этой игры. Что мы делаем дальше? Какие-то полочки. Много полочек. Свет далеких планет. Так, и дверь, да? Что за звуки дурацкие? Вообще, как ужаснейшие звуки. Открываем дверку. И заходим. Блять. Кирпич. Пол кирпича уже. Где-то 50% кирпича готово. Где-то 65 уже, наверное, процентов кирпичей. И новая записочка. Я чувствую это место. Но я уверен, что это... Я в этом месте первый раз. То есть он, видать, был здесь как будто бы уже. Что творится с моей памятью? Что со временем? Что-то с этой системой? А что здесь с системой? Тут-то ё-моё. Фотографии. Теперь понятно, что здесь за системы. Это подвал пыток. Смотрите, какая кроватка. Типа по ногам жарит, как копьями. Здесь на голову одевается скорлупа и просто сжирает тебе весь мозг. Крутится. Здесь, ё-моё, давит шею и в итоге ломают ее. Тут что у нас? Тут я даже не понял. Ложишься ты на какие-то острые штуки. Что-то нажимаешь, и тебя, наверное, вытягивает. А вот это вообще жесткий стул. Заберем все фотки. А вот, они здесь все и представлены. Вот один стульчик. Дверь закрылась. Вот койка. Что у нас дальше? Свет. Вот эта тянучка какая-то. Можно нажимать? Нет. Дебильные звуки. Я вообще не могу это слушать. Ужаснейшие просто. И куда мне? Как? Куда попасть-то? Давайте зайдем. А, вот мы пришли обратно. Забрали здесь все фотографии. И что здесь открыто? Я отсюда пришел или нет? Я сейчас потеряюсь нахрен. Здесь что-то нарисовано. Но пока нормально. Опа. Подпорочка какая-то, да? То есть, чтобы дверь не закрылась. Зачем? Еще одна комната.
А, мы должны собрать все части для наших пыток. Только зачем, я не знаю. Вот это супер. Тихо, блин, тихо, тихо. Вот это кресло, в которое садишься, тебя везде давит. А я, допустим, могу какую-нибудь подпорочку сюда замутить? Нет? Ну, это понятно, в какую было. Мы даже можем, в принципе, посмотреть, нажав Tab. Так. Вот, нажав Tab. То есть для этой штуки нам нужна такая штука. Подпорка нам куда нужна, по идее? Это крутилка. Вот мы нашли для башки. И подпорку мы нашли. Осталось нам найти какую-то крутилочку и рычаг. Все ясно. Крутилочку и рычаг. Крутилочку и рычаг. То есть нам нужно заходить в разные комнатки. И там мы найдем ответ. Да хватит. Зачем эта музыка повторяется? Один раз показали, что вы молодцы, и все. Я что-то не понял. Это не сюда же? Нет. Куда подпорку-то? Ага. Подпорка есть. Дальше пошли. Сюда крутилку, по-моему, надо, да? Или это сама и есть крутилка? По-моему, это же и есть сама. Нет, это еще какое-то новое изобретение, которое мы вроде не видели. Ладно. Что у нас здесь есть? Во! Нашли крутилочку. Блин, а. Все, нашли все крутилочки, теперь нужно их расставить. Что за колесо? Ведь как же страшно, а. Почему страшно-то так? Это же атмосфера. Здесь не должно быть страшно. Ну, в смысле, я имею в виду. Чё тебе надо, чувак? Блять, блять, блять. Это вот тот сумасшедший, который сюда пришел, за которого мы читали досье. Блять, блять, как я не люблю такие игры, а? Что нужно сюда поставить? Я так и не понял. Вот эту, что ли, крутилку? Ставится она? Блять. Короче, погнали дальше. Сейчас разберемся. Блять, мужик, не выходи, а, пожалуйста, еще раз. Это какой-то пиздец, потому что я уже от него накакал кирпича 3 точно. Я, чувак, я уже боюсь назад поворачиваться. О! Что мы сюда можем ставить-то, я забыл. Не то. А я... Ох ты, ё-моё! Этот придурок, кусок, издевался тут над всеми людьми. Крутил им бошки, блядь. Как хотел, так и занимался, блядь, хернёй. Чё за люди, а? Сюда еще что ли что-то надо? Что сюда еще надо? Нет, это же уже от других частей. Все нормально. Тут ничего не надо. Тем-терем-тем-терем-терем. Рычаг, по-моему, здесь нужен, да? Или что-то здесь нужно было? О. Либо крутилку, либо рычаг. Нет. Не понял.
Сюда палку же надо было, 100%. Вот она сломалась даже. А вот она у меня есть, да? Это же она, нет? Нет, не такая. Ё-моё, а. Если честно, я даже не могу думать. Это тут так просто же все. Сюда тоже палка не ставится никакая. Почему? Все, поставилось. Затянул он здесь шеи всем, да? Малорик просто. Там было, нет, какое-нибудь оборудование? Здесь вообще ничего нету больше. Ух ты, блин, а у меня еще шея болит, видать, продуло. Я и так тут сижу, как робот. Да, здесь есть. А, затягивать, да? Нет? Ага, вот она, вот. А, во-во-во-во-во-во-во. Это вот это, да, сюда? Вообще жесть. Зачем ты издеваешься над всеми? Подлый, гад. Новая штукенция. Бля, я уже чувствую, что ты меня сейчас встретишь опять. Ты же любишь встречать гостей? Ты любишь, я знаю. Давай, блядь, испугай меня. Давай, детка. Давай, выходи. Я сам себя больше пугаю, чем он меня. Я не понимаю, почему вот сюда еще светит? Что сюда надо добавить? Вот эту штуку, что ли? Нет, видите, нет. И не эту сюда надо добавить. А почему? Так, здесь еще раз посмотрим, ничего нету. Нету. Профессор, ты где? Он, интересно, вообще живой или здесь херней страдает? Так, это мы крутили. Какие нам остались? Нам же где-то еще остались штукенции. Вот это, да? Вот это нам нужно. И останется последнее. Что, если открыли дверь? По-моему, да. Крути давай! Что сюда надо еще добавить? А, саму часть. Вообще нормально. Вот это самое, по-моему, жесткое. Круг смерти, блин. Нам осталось найти последнюю деталь, что ли? А нам нужно найти для... Сейчас скажу, чего. Это мы поставили. Вот. Сюда нужна палка. Вот такая вот палка прямая. Где ее найти-то? Сюда мы это поставили. А, нет. Или вот сюда нужно найти вот эти три штуки надо. Три подпорки. То есть нам нужно найти еще одну подпорку. Надо смотреть очень внимательно. Да сюда я уже поставил и без подсказок твоих. Кстати, я даже ее не заметил. Да, конечно, как здесь внимательно ходить, блин, если ходят всякие профессоры. Так, эту я поставил. Еще темно. Еще, блядь, музыка такая на заднем фоне. Блядь. Третью такую палку надо найти. Где она? Здесь закрыто. Треть там закрыта. Тоже закрыто. Нам еще сюда, кстати, надо что-то поставить. То есть нам две загадки сейчас. А эту можно поставить? О, нифига себе, точно. Класс. Сюда поставили. Все, последняя подпорина. Где ты? То есть я распрощался с факелом, да? Сейчас. Офигеть. Значит, факел мне больше не нужен. Осталось найти самую последнюю детальку. А почему там закрыто? Я же там, по-моему, ходил, нет? Нет, что ли?
футболина вспотела даже немного. Ну где же, а? Так. Пойдем сюда. Посмотрим здесь внимательно еще раз. Сюда пойдем. Здесь же я был уже. Здесь я, по-моему, все внимательно смотрел. Может, где-то здесь бывает спрятано. Хер найдешь еще что. Вот здесь вот может быть ванна какая-то. Вот она. Отлично. Идем ставить. Идем ставить. Ой, не туда. Идем ставить, братишка. Выходи. Братишка. Все. Бум. Жесть. Ну и чё, все? Я все поставил. Что теперь? Что теперь? Блять. Здесь закрыто стало. Здесь закрыто стало. Там тоже закрыто. Бля. Не надо, пожалуйста, я не хочу. Открылось. Лифт, что ли? Поехали. Вниз! Вы что, угораете? Куда еще ниже-то? Да, он просто вообще боится это дурацкое место. Это мои воспоминания. Они мне типа мешают. Где этот дебильный профессор? Это тень профессора. Чем он тут занимается? Тут одна боль, смерть и еще разная шляпа. Ох ты, chapter 2. Аудитория. Ну, аудиторию тогда мы начнем в следующей части. Надо немножко отдыхать. Всем спасибо. С вами была Ферма Профессора. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.